Останні кілька днів інфопро інфопростір Дніпропетровщини опанувала новина про ДТП, в яку потрапив кандидат на пост міського голови Павлограда Євген Тєріхов, ветеран АТО, відомий як Титановий Джексон. Інформації купа, але вся вона досить суперечлива. Пролити світло на обставини аварії, що сталася досвіта неділі. До нашої студії прийшла довірена особа Євгена Тєріхова – Едуард Станько. Здравствуйте. Добрый день. Ну, действительно очень много информации она противоречива. Пьяный, не пьяный, скоростной режим. Кому что грозит? Чей автомобиль. Ну давайте по порядку разбираться. Итак, куда ехал господин Терехов и е что произошло? Евгений Терехов возвращался в город Павлоград. Авария произошла на промежутке между селами Болоховка и Межирича. Он не доехал до Межирича, наверное, километра полтора. Разговоры о каком-то пьянстве не имеют под собой, считаю, реальных никаких, ну, никаких основ, потому что э, все, кто были на месте ДТП, лично мне э, заявляли, когда я приехал, что никаких претензий к нему, а его уже не было, Евгения Терехова, когда я приехал, к нему никаких претензий не было. Раз, ну вот так вот. Если говорить о том, что был запах алкоголя или не был, это так называемые пиар-технологии, поскольку человек баллотируется на пост кандидата в мэры Павлограда, и таким образом накануне второго тура скомпрометировать его максимально, потому что ну, звучит фраза, что медики есть, но на правах анонимности. Что можете сказать по Значит, этому поводу? Любой человек, который хоть когда-либо связывался, и либо сам был в ДТП, либо видел, никогда на месте ДТП, если есть пострадавший, никто никогда на месте ДТП не берет никаких анализов. Все анализы медики обязаны взять при поступлении. Его бы не приняли в больницу, если бы не взяли кровный алкоголь. Как мне сказали, у него взяли кровный алкоголь, когда я приехал, уже были взяты. И взяли взяты анализы крови на биопсию крови. Если говорить о последних заявлениях непосредственно господина Терехова, то он не исключает, что то, что произошло неподалеку от села Межеричи, это попытка уничтожить его как конкурента, то есть как максимально трагическая ситуация, человек погибнет, как минимально это тяжелые травмы, недееспособность своеобразная и как результат снимается с... Значит, я могу сказать одно. У нас действительно пока недостаточно фактов утверждать, что было ну, что-то похожее на, ну, в простонародье говорят, на подставу. Но слишком много факторов, которые вызывают большие вопросы. Как в 4 утра в одном месте одномоментно собрали сразу 4 автомобиля. Кроме автомобиля, на котором двигался сам Кирихов, там оказалась машина Бруснички, которая, как правило, насколько я видел, когда ездил в зону Ато с помощью. Я всегда видел, что они двигаются по три-по четыре машины. Здесь она ехала одна машина э, АТБ и какая-то скорая помощь. И что происходит? Вот э, опишите, пожалуйста, каким образом э, разбивается автомобиль господина Терехова. То есть он выскакивает встречку, его подрезать. Нет, что, нет, что происходит? Смотрите, чтобы нашим зрителям там, было понятно. Встречного направления там нету. Там два направления идут односторон... односторонние. односторонние. Во-первых, это было 4 утра, и по заявлениям некоторых специалистов мне сказали, была и роса, и был заморозок, и было скользко. Это первое. Второе. На сегодня я считаю, что следствие должно разобраться. У нас есть свои претензии уже к следователям, но мы пока подождем, пока следователи разберутся и скажут. Значит, на сегодня есть э, утверждение, что машина Брусничка просто подрезала кандидата, который двигался по левой стор стороне одностороннего движения. Если говорить об автомобиле, на котором двигался господин Терехов, что вы можете сказать? Потому что информация очень то, много. То, что мне известно по автомобилю, и мне уже много людей, которые лично знают хозяева автомобиля, они мне сказали, машина принадлежит последние 8 лет э, человеку, который поддерживал партию КРОП. Данный автомобиль, в связи с тем, что автомобиль Терехова находился в ремонте на данный момент, был дан непосредственно Евгению Терехову и его друзьям, для того, чтобы они смогли ездить между городами. Но я думаю, что многие э, телезрители знают, что происходило с Геннадием Олеговичем Корбаном. И э, фактически машина была дана только для того, чтобы быстро и максимально комфортно доехать до Чернигова, до Киева и вернуться в Днепропетровск при необходимости. Ну и при всем при этом мы знаем, что Терехов является кандидатом в городе Павлограде, но машина не является ни неизвестно чьей, это не подарок ничей, она никак не принадлежала Терехову, она была дана ему только на время. Если говорить о скоростном режиме 90-110, 130-200, что сам Терехов говорил? Значит, сам Терехов на второй день после, после аварии, когда он стал уже более-менее нормально, ну, он начал вспоминать. Э, я его знаю, знаете, вот он меня привлекает, ну, не, не привлекает, а нравится как человек, который очень-очень откровенный. И он очень много думает о том, что было, он очень быстро учится. Э, на сегодня я могу э, только пересказать его слова. Он считает, что он ехал со скоростью 90-95 километров. Это его заявление. Значит, э, заявление о каких-то там скоростях неимоверных, я вам скажу, если бы он ехал с, о тех, на тех скоростях, о которых говорили, в любом автомобиле он бы не выжил. Вот в любом. Ну, разберется следствие, да. тем более, что сейчас у нас уже не милиция, а полиция. Да. А, ну, Павлогра... Павлоградская полиция занимается значит, расследованием или значит, передали в областное управление? Смотрите, я не могу сейчас утверждать, куда передали. Вчера была пресс-конференция руководителя полиции Павлоградской, господина... Малиноги. Малиноги, да. Где он сказал, что занимаются они? Я так понимаю, что занимаются они. Н никаких подробностей он не осветил. Ну давайте тогда уже от темы дорожно-транспортного происшествия с господином Тереховым поговорим о подсчете голосов после первого тура. Есть ли уже такие результаты? То есть Павлоград определился, кто сколько набрал и что Значит, перед вторым туром Пав сейчас? Павлоград определился дай бог памяти, 28 числа. Значит, к сожалению, некоторым людям очень хотелось признать выборы состоявшимися, изменить реальный ход событий и назначить уже кого-то мэром. Значит, на сегодня, по данным, которые оприлюднила наша территориальная избирательная комиссия, первое место занял кандидат Вершина, Анатолий Алексеевич, у него около 35% голосов. На втором месте Евгений Терехов, у него больше 17% голосов. Ну и дальше идут остальные, там 13-10%. Кого поддержат граждане города Полограда? Ну, Мы уже узнаем, да. Пок, да Покажет у нас, э, в принципе, утро, утро 16 числа. Ну, или там в 10-11 в часов 15 будет известно. Но я думаю, что некоторые люди рано празднуют победу. Ну, то есть не исключено, что. Я, я вижу, что у кандидата Терехова есть все шансы стать реально местным главой вместо Павлограда. Вы, когда заходили к нам в студию, за несколько секунд мы с вами вместе смогли посмотреть о том, как идет или не идет подкуп избирателей в Днепропетровске да. за того или иного кандидата. Да. Что у вас в Павлограде происходит? Что-то похожее на, или на, такие... на сегодня я могу утверждать. У меня есть факты от людей, которые говорят, что им было предложено привести вместе с собой 5 человек. И за это они получат минимум 300 гривен. О механизме, как они должны привести и как их проконтролируют. И выдадут деньги. Я думаю, что в ближайшее время ну, мы ждем какие-то документальные подтверждения. И если получится, мы предоставим на ваш канал данные вещи. Но то, что идет давление на людей у нас в Полоградии... Э, максимально включен э, админ ресурс, а именно собраны были все абсолютно все квартальные. Квартальным в приказном порядке было сказано либо вы работаете на нас, и они ходят, и просто заставляют людей голосовать только за одного кандидата. На сегодня идет психологическое давление в штабе нашего конкурента, то есть реально, как в некоторых э, церквях новых. новых э, новые движения, которые есть в церквях, там, где психологически пытаются давить. Вот так давят на агитаторы. Агитаторы идут, приходят к людям и говорят: нам сказали, что вы будете голосовать за вершину. Людям говорят, кто вам сказал? И они смотрят сквозь, говорят, вы фамилию нам давайте. Мы... То есть вот такое, да. И, и, и вы обязаны после этого пойти проголосовать. Ну, будем надеяться, что Днепропетровщина и жители Днепропетровщины уже могут Разумно. отличить да, от манну небесную от. Ну, у нас 15-й Днепропетровский в, в Павлограде это пока что. Ну дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. І сподіваюся, що розслідування стосовно ДТП, в яку потрапив пан Терехов, буде неупередженим. Дякую, що завітали. Дякую.